В полицию поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме. Патрулировавшие территорию полицейские незамедлительно направились к месту происшествия. Увидев дым и языки пламени, они вбежали в подъезд и поднялись на этаж. Там полицейские обнаружили девочку и ее бабушку с признаками отравления угарным газом. Пенсионерка была дезориентирована и попыталась войти в горящую квартиру. Валентин Шашев направил ее к выходу из подъезда, взял на руки девочку и вынес из дома, передав медикам. Тем временем Эдуард Шулепов, поднимаясь по лестнице, также помогал встречным людям покинуть задымленное здание. Благодаря грамотным действиям полицейских до прибытия сотрудников пожарной охраны дом покинули 19 граждан, из них один ребенок.